розетки немає, ребят. Авария. А тут же поезд наехал на полосу. Да, женщина. Я в новостях читал. Что? В новостях читал. Сегодня уже? Да. А что же вы написали? Они же нас как бы протокола пишут, а мы им тоже делаем замечания. Да. И все же записано на видео, а что делать с ними? Он и сердится, конечно. За левый ряд это будет все. Казали, что переехал до сколько европейского фура, я как переехал. О, начали разговаривать. Короче, ехал КАМАЗ с прицепом. Ідуть як телята через дорогу, вони просто ідуть як телята. Я не знаю, я... головою вона вертіла, крутила, що іменно машину пропустила, а прицеп не побачила. Ну, сука ж там те розстояння, там метр, наприклад, прицеп від машини. І він її потягнув повністю.